О, кого я вижу? Ярослав приехал. Значит, новый фильм будет о Сумгаите. Здравствуйте, дорогие друзья. Много было отзывов после того, как я сделал фильм о Сумгаите. Вот, делаю еще один фильм, едем с нашим старым знакомым на самой надежной машине «Москвич». Поехали. Куда поехали? Машин сломался. Хорошо, Олег Пер рядом оказался. Сейчас починит машину, не сомневайтесь. В этой машине на всякий случай есть все, и инструменты, и продукты питания. Вы смотрите, какой инструмент. Таким уже, наверное, никто не пользуется давно. Древнегреческий. Придется менять транспорт. Пойдемте поищем другой транспорт. Айкщи, такой подойдет? А, ты смеешься, что ли? Вот, нашел хорошую машину. Ай-я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 й
него немножечко расскажу. Тут есть свои особенности у этого транспорта. И поведение людей другое в транспорте. Когда заходит человек, младший всегда встанет и уступит место. Вот посмотрите, наглядный пример вам. Без всяких напоминаний. Специально эту табличку заснял. Надавите на паузу и почитайте. Вам знакомые места здесь есть. Чтобы сесть в автобус, не обязательно идти на остановку. Можно вот так вот. Вышел на дорогу, махнул, и тебя подобрали. Очень удобно, клянусь, честное слово. Вот еще один из вариантов, посмотрите. Вот, махнули и побежали за ним. Прям посередине дороги остановился. Для тех, кто не успел посмотреть, прокручиваем назад. Вон из-за куста махнула и побежала за автобусом. А вот такие автобусы ходят в Баку через Сараи. Стоимость 50 копеек. С каждого. Стихийная чайхана. Где есть тень, там значит чайхана. И таких по городу очень много. Посмотрите, это среди белого дня. Вот так хочется себе задать вопрос, а кто ж в Сумгаите работает, а если все сидят в чайханах? Я тут задавал местным такой вопрос. Слушай, в такую жару горячий чай пьете, как так можно? Он говорит, чай горячее, чем погода. Когда выпьешь, да, тебе еще жарче становится, и малейший ветер для тебя холодок получается. А смотрите, там сидит, наверное, бухгалтер, смотрите, как он ручкой крутит. Принесли кутабы с зеленью. Если бы мне предложили с мясом или с зеленью, я выбрал бы с зеленью, потому что это очень вкусно. Гёй кутабы. Я как-то приезжал в Сумгаит зимой, и мне некоторые люди звонили по одноклассникам, друзья, и хотели встретиться. Я каждому, чтобы не ездить, взял, назначил встречу возле голубя, который стоит в парке. Вот мы вместе собрались, пообщались. Кто не знал, познакомились друг с другом. Теперь все общаются. Какая-то польза все-таки есть, то, что я туда приезжаю. Ветер пронизывающий возле моря. Я предложил пойти куда-нибудь в кафе, посидеть, заодно и поесть. Пошли мы в Хингальную, которая находится возле дежурного магазина. Там наша подруга работает. Ассалам Заира ханум! Вы нас не ждали, а мы приперлись! Хош кельмишсиниз, азиз достлар! Она сказала. Уважаемая сударыня, не были бы вы так любезны и не соблаговолили были бы вы, еле выговорил,
накормить нас чем-нибудь вкусным. Сам хоть понял, что сказал? Ай, кщи, у нас хинкали, у нас кроме хинкали ничего нету. Иди садись, хинкали будешь кушать сейчас. Как говорил Василий Алибабаевич из фильма «Джентльмены удачи»: кушать подано, садитесь жрать, пожалуйста. Люди посмотрят на экране, я только сижу и кушаю. Они подумают, что я сумгой только кушать ешь. Нет. Вот я еще и рыбачу. Поехал я на соревнования по рыболовству в Сумгаите. Вы знаете нашу дамбу? Сейчас выберем место получше. Рядом со мной тренер по рыболовству и инструктор. Я уже давно здесь не ловил, отучился. Тут говорят, даже сейчас червей нету, они ловят на улиток. Вот он, мой тренер, дал разрешение закинуть. Ждем-с. Ну, дергай! Эх, прозевал. Кто ж так ловит рыбу? А, подожди, да, не мешай. Это за второй школой, я не знаю, какой квартал. По-моему, четвертый. Вот сейчас вот там дальше находится ресторан «Багар». А это лестница-чудесница, я ее так называю. Но некоторые называют почему-то ее «Потемкинская лестница». Так и хочется сказать. Потемкин гарда, Сумгаит гарда. Причем тут Потемкин? Но спорить не будем. Пусть кто как хочет, так и называет. Главное, что это наша лестница сумгаитская. Отсюда вид на море хороший. Вон море, видите уже? Смотрите, каких бесстрашных детей я встретил в Сумгаите. Я вообще удивился, что они вытворяют. Такая высота, так свободно прыгают. И вот еще один прием. Я удивляюсь просто на них. А кто помнит вот эти цветы? Они такой сильный запах издают, до сих пор чувствую. Их в Сумгаите много было. А вот я вам покажу такое, что только в Азербайджане можно увидеть. Это распаривают матрасы, одеяло, подушки, оттуда шерсть вынимают и сушат. А потом эту шерсть шестом взбивают, чтобы она была такая опять воздушная. И опять набивают матрасы, подушки, одеяло. Эх! Надо вас сводить на сумгаитскую ярмарку. Сейчас пойдем туда. Посмотрим, где продают зелень, мелень. Картошка, мартошка, лук, мук. Все есть. По этому поводу расскажу вам анекдот один. Русский приехал, значит, в Азербайджан и слышит, все какие-то двойные слова говорят. Картошка, мартошка. Он пошел к министру культуры и говорит: уважаемый, а почему у вас все по два слова говорят? А, культур-мультур нету, да? Вот щедрый народ, смотрите. Я пробую гранаты, дают не по одной косточке, а сразу половинку, а то и целую. А это, как Имран скажет, гуси-лебеди.
Вот так вот, гуси-лебеди, не успели на север улететь. Будете проданы. Посмотри в лицо, посмотри в лицо ему. Ходит по рынку, ничего не покупает. Уважаемый, мясо свежее, ягненок ваш. Свежий, свежий. Еще вчера гавкал. Сегодня уже вот, рубим. Айкши, зарафатя деря. Самый свежий ягненок. Я шучу, да? Так, вот сунгаицы, которые не живут в Сумгаите. Смотрите, как меня принимают в Сумгаите. Они также остались гостеприимные. Вот долма, фрукты. Ничего не изменилось. О, и долгу, которую я не ел, это вместо водки у нас будет. Ваше здоровье. Какое долга вкусное. Все, мы приступаем к трапезе. Долму едим. Вот настоящий лаваш. Жаль, что вы не можете почувствовать вкус этого долмы. Сегодня эти листья утром собирали, а вечером они уже здесь. Вот узнаете? Кутабы, которые в России говорят чебуреки. Это в самом деле не чебуреки, это кутабы. Это для всех сумгаитцев очень дорого. Расцвет. Давай я пройду еще. Что? Расцвет на Каспии. Солнце еще не встало. А это нанотехнология. Видите, уже не на углях готовят, а на газу. Шишина, кстати, сам душишь, да, шишина. Все. Я фандада дружу. Все, все, все. Глядя на эту картинку, можно подумать, что я делаю ревизию у Олегпера на складе. Но это не так. Мне просто пришли в ум стихи. Мне надо срочно их записать. Я первую попавшую коробку схватил, раскрыл ее и начал писать, записывать стихи. Потом мысль убежит, не поймаешь. Раз, раз. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Сейчас постараюсь вам сделать приятное. Я приехал из России. Пою много песен о Сумгаите. Меня поэтому сюда пригласили. Но что-нибудь сейчас спою интересное. Thank you.
Смотри, шик.